Покупка зенитно-ракетных комплексов НАСАМС должна усилить защиту Украины от современных воздушных угроз, крылатых ракет, самолетов, вертолетов и БПЛА, говорится в сообщении Пентагона. Кроме того, сообщается, что 26 августа был заключен контракт на $182 миллиона, предусматривающий поставку в Украину двух батарей НАСАМС. Уточняется, что в соглашении еще есть пункт об обучении и материально-технической поддержке украинских военных. НАСАМС является одним из образцов широкого круга средств противовоздушной обороны, которые мы поставляем Украине. Это проверенные системы, они действительно изменят ход событий на поле боя, цитирует пресс-служба Пентагона замминистра обороны США Уильяма Лапланта. Закупка двух батарей зенитно-ракетных комплексов НАСАМС является частью третьего пакета инициативы по содействию безопасности Украины. Кроме того, еще 6 ЗРК НАСАМС и ракеты для них ВСУ получат из запасов Пентагона. Для справки, одна батарея ЗРК НАСАМС состоит из 12 пусковых установок, 3 радиолокационных станций и оптоэлектронного комплекса наведения, это 3 огневых взвода. Больше новостей у нас на сайте. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.